No, YouTube y Payne es Grey. Так, сейчас на 5 минут отойду.
Delicia. Да. Никто ко мне не подходил? Никого нет. Пойду я испытываю. Ну давай. Так тебя есть что, когда ждать? Куда? В АХП. Ты не знаю, я хочу. Ну, примерно хоть. Ну, я говорю, тут у меня такая интересная мало. Не, ну, купила ты для чего? Не знаю. Не, главное, купила, а сейчас уже даже не попробовала, интерес пропал. Ну, его не было. Не, ну ты же купила почему-то. Я была устал, что в Москве работает, поэтому... Угадай. Ну, ты днёвки тебе помогать приходить. Да это впервые такая жневка выпала. Да и тем более, пока там кот, там делать ничего. А зачем меня в Warpoint платить, если тебе есть студент? Так, чем больше своего народа, тем лучше. Тут пока с этой итальянской мафией небольшие проблемы, там лидер не наш. Только в следующем месяце будем в ней выступать, наверное. А сейчас до этого времени пока вот сами себе контент создаем. Ну это Дашка в основном создает себе контент. Ну, который вылетается. Так я тебе говорю. Будь у тебя свободное время, и ты захочешь что-нибудь побегать. Вот, заходи. Ладно. Тут никаких обязаловок нет. Занимаешься тем, чем хочешь. Надо побегать. Я тут катаюсь из-за того, что пока что занялся особо нечем. В ЕМС потом я устроюсь пилотом. Это эти медики. Пилотом? Пилотом? Ну да. Да тут ты. Я люблю летать, поэтому. Пассажирские авиарейсы. Пассажирские авиарейсы. Я говорю к медикам, у них эти. К медикам, да. То ты либо к мусорам, либо к медикам, либо в новостную службу. Да их там эти можно быть. Так ты тут летать чё куда? Из пустыни в этот ЛС. Да это. Тут пока такого нет. Тут для этого дела вон такси. А кого лечить? Так я не знаю там кого. Заказов-то куча. И я именно что пилотом буду медиков доставлять. Это они там будут искать кого лечить. А так тут пересылок куч. Лечить всегда есть кого. Пойду я спать, пойду спать. Ну да. Спишемся тогда. Спишемся, когда я спишу. Ну.
Ох.